Современные технологии на службе врачей и пациентов. QR-коды в детской поликлинике номер 3 разгружают персонал и дают возможность посетителям самостоятельно узнать необходимую информацию. QR-код легко считывается и за доли секунды выдает искомые данные. С 24 февраля у нас в холле поликлиники вывешены таблицы с QR-кодами. Вот представлены на данной стене. Значит, эти QR-коды нам позволяют записываться к врачу-специалисту необходимому. Например, это может быть врач-педиатр-участковый, врач-хирург, врач-невролог, то есть врач любой специальности, представленный на данной стене. Эти QR-коды при сканировании переводят нас на сайт medic-service.by. На этом сайте непосредственно можно зайти из дому и записаться на прием к специалисту. Есть отдельный QR-код и для тех, кто желает узнать свой участок по адресу. Перечень подобных информационных таблиц планируют расширять. Ведь нововведение уже нашло немало пользователей. Довольны остались работники регистратуры. Наличие таких виртуальных помощников ощутимо повлияло на их работу. Облегчилась работа, запись пациентов. Тоже, я думаю, что это очень актуально сейчас, так как район у нас многодетных, и это очень актуально. И думаю, будем работать в спокойном режиме. Высокий уровень оснащенности поликлиники в целом существенно влияет на работу всего медперсонала. Педиатру 14-го участка Натальи Банкевич за ее 18 лет практики есть чем сравнить. Например, теперь она может в любой момент просмотреть предварительную запись, вызовы на дом и не отзваниваться после каждого посещения. А еще результаты осмотра выводятся на компьютер, распечатываются на принтере, а не пишутся от руки. В этой программе гораздо больше возможностей. Пришел пациент на прием, мы можем назначить ему анализ в электронном виде, то есть без выдачи бланка. Вот, то есть отправить в лабораторию как бы заявку, и там уже открывают, они видят, что пациенту назначен именно этот анализ, какие показатели мы хотим видеть. Несмотря на то, что в поликлинике уже справляются без помощи волонтеров, работы на каждом из участков достаточно. С нетерпением здесь ждут интернет-сайт поликлиники, который пока находится на стадии разработки. Он откроет для посетителей новые возможности. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БОК ТВ.